Этот вкусный салат по простому рецепту понравится всем любителям баклажанов. Для салата нам нужно баклажаны, помидоры черри, красный салатный лук, сыр брынза, по желанию можно брать семена кунжута, кедровые орешки, соль по вкусу, а для заправки винный уксус и растительное масло. Для начала режем баклажаны на кусочки. Баклажаны нарезали вот такими кусочками, а сейчас будем их жарить. Перемешиваем. И солим. Пока баклажаны остывают, порежем помидоры и лук.
Готовим заправку. Салат из жареных баклажанов с хрустящей корочкой и сочной серединой в сочетании со свежими помидорами и сыром – прекрасное дополнение к основному блюду или самостоятельная закуска. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!